Нила, они такие бирюзовые, поэтому я буду иногда бирюзорука в них щуриться и все такое. Но поначну я таки со стиха. Да. Ладно, еще даже читать не начал. Итак, каждый хочет, чтобы его нашли в темной спальне одного под подушкой. После ссоры через толщу двери в большом одиноком городе душном. Каждый хочет, чтобы его нашли и делает все, чтобы потеряться. Потерянным ходит, считая шаги. Мы так любим считать и так любим сбиваться. Мечты могут сбываться, а могут и нет. Тебя могут найти, или ты можешь сломаться. До тебя не дойдут, можешь ты не дойти. Не дойдет и ему, когда ты докричался. Дальше там уже совсем конец. А сейчас я достану iPod и буду читать, что наставлял из интернета. И в интернете тоже иногда пишу. Итак, сквозь прозрачную витрину балкона я смотрю на улицу. Я смотрю на кардебалет снежинок, который снова кружится в танце. Да, это банально, но, как заметил Ремарк, банальности потому и банальны, потому что сильнее всего цепляют за живое. Сегодня первый их выход в этом году, первый снег. Он как Америка в глазах иммигранта, как финишная прямая для марафонца. Всегда неожиданный, всегда такой волнующий. Хотя понимаешь, что дальше будет только слякоть, и ничего радостного еще как минимум неделю, пока эта каша не замерзнет как следует и не покроется пушистым, нормальным снегом. А с моими словами что-то случилось, они не вяжутся в голове, они пустые, деревянные. Они, походу, тоже замерзли. Мы все продолжаем двигаться вперед в большой такой вселенной. Она такая большая и такая вселенная. Перенаселенная Земля — большая медаль, красующаяся на ее груди. Вся вселенская глупость собралась на одной маленькой синей планете, и, что характерно, на той же планете поселилась и вся ее мудрость. У каждой медали есть только две стороны. Дальше усталость оседает на стенках кровеносных сосудов. Крепкий чай черным налетом оседает на внутренней поверхности моих глаз, заставляя их смотреть внимательнее, глубже. Молот внутри моей черепушки снова пытается дать моим мыслям альтернативный путь наружу. Я могу остановить мир, но только внутри себя. А он, этот мой мир, может заставить меня вертеться чуть-чуть быстрее, подогревая меня изнутри до температуры белой горячки. И я все больше вижу в людях плохого и неоткровенного, некрасивого. В основном в старых знакомых, знакомых еще с детства. Оно проступает изнутри, прокладывается в ранних намеках на морщины, в лицемерных улыбках, когда-то бывших по-детски искренними. Наверное, потому что я помню их совсем детьми, еще теми искренними. И себя. Я ведь вижу себя все тем же ребенком. Да все видят себя теми же детьми. Только я стал намного злее и глупее. Что-то безвозвратно утеряно по мере того, что я гордо считал взрослением. Мы все так торопимся повзрослеть, что теряем по дороге все то, ради чего хотим стать взрослыми. Любовь, чистота, непринужденность стираются, а наш так действительности вместе с первыми рубцами взрослости. Но это не взросление, а старость. Можно же стать стариком, так и не повзрослев. И 12 часов ночи, и сейчас начнется новый день. Из-за слегка приоткрытых жалюзей видно мерцание огней ночного города. Одинокий комар висит возле лампы, дожидаясь, пока ты заснешь прямо за клавиатурой. Ты один, хотя, возможно, где-то здесь, рядом летает и муза. Она, как всегда, в чем-то легком, воздушном, сшитом из пара, который идет от чашки с твоим чаем. Время 12 часов ночи, и сейчас начнется новый день. Каждый день мы встречаем слегка прикрытыми глазами и кучей мыслей в голове. Каким бы ограниченным человек ни был, он думает по ночам и считает это важным. Важные мысли, верхние веки все ближе к нижним, ты все больше готов любить ближних. Мысли проносятся все быстрее. Что же там в черепной коробке, как оно работает? Феномен. Чай остыл, обнаженная муза исчезла, уступив место Морфею, царю снов. Спать. Ну, я и отстрелялся, я как-то слишком быстро читаю, надеюсь, все успели услышать. Битбокс. Тут сходка битбокса. 19-го сечения, тут сходка битбокса. Хе-х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 е-